Здравствуйте, с вами Флайт, Торшать 2013, и мы продолжаем проходить игру Freedom Planet. Как вы помните, это игра на движке Соника. Файл первый. Старт. Где мы там остановились, я уже не помню. А, помню это все. Промотаем все это. Да, это все помню. Я помню все это. Короче, продолжаем все. Я зарабатывался, как пропускать сцены, и поехали дальше. Где мы остановились, так? Сейчас управление вспомнит, уже подзабыл. Пока с этим типом возился. Поехали, короче. Роботы тут какие-то появились. Так, что у нас тут? Знакомые штуки из Соника всяких, каракули и там подобное. Кольца такие, да, тоже. О, ракоша такой вообще. И какая-то. О, понятно, зачем это надо было. Переключать. Мини-босс, да? Оу. Жестким. Проход открыл дальше. Оу. Интересные штуки, кубики. Похоже на парк аттракционов немного, но не совсем. Как-то Японию по архитектуре. И Китай. На самом деле. Так, жизни мне не помешает. Это что за хрень? Понятно, как это херня. Вот так-то. Ха. Другую часть локации передвигнулась. Что там у нас такое-то опять? Что это за поезд, блин? Офигевший. Офигевший просто поезда тут едет с вагонетками. Понятно. Такие длинные локации на самом деле, разнообразные. Роботы всякие. Механизмы атакуют с всех сторон. Получил, тварь. Что там открывается, не пойму. Опять ты, машина. Мы тебя уничтожим. Ты не будешь долго жить, я обещаю тебе. Получила, тварь? Ха, сколько очков дают. За такую хрень. Так, еще раз тут наверху. Плакаты непонятные. Ты что за хрень? Роботы, еще эти. Жестко тут все происходит, как я вижу. Ау. Больновато. Вот цепляться за эту штуку можно, нет? Так. Кажется, непонятно, что делать. Ладно. Мы сейчас вот так. Слишком далеко. Блин. Блин, все, туплю. Надо было просто перейти в другую часть локации. Надо что-то сделать. О. Типа казино такое, да? Прикол. Бесплатные кристаллики. Это всегда хорошо. Блин, что за хрень?
вот на силу тяжести они переключаются. Так. Ну все, понятно, все как это проходит. Только жизнь возьмем сначала. Вот и все. Так, что за хрень там пролетела? Оу! Та самая машина, хрень, короче, это будет босс у нас, да? Вообще охерела. Тварь. Ну, скоро мы с ним зародимся. С этими роботом. Кто нас убить хочет. Так. Кристаллов на самом деле. Всего их 112 на уровне еще осталось, это жесть. Возможно их все собрать, мне кажется. 10 жизней, блин, это жесть тоже. Так, что у нас тут? Короче, опять хрен какой-то. Ты что, хочешь конфликт со мной? Не трогай там меня, не мешай. Короче, я должен оставить эту хрень. Блин, открой рот, блин. И не трогай лучше меня, если не хочешь, там, чтобы твоя жизнь была в опасности, типа этого. Короче, блин. Змея, блин. А, это босс у нас такой, да? А, умный такой, да, стрячь умеет. Оу. Ау! А сильный такой враг. А сколько жизни, непонятно. Тут нет шкалы жизни вообще. Оу. Злыдни, да? Получай, блин. Ау! Это больно. Ты куда убежал? Офигеть. Теперь понятно, чей это корабль, это вот червя тупого. Получил. Я думаю, это еще не все. Че за зал? Следующая часть локации, да? Понятно, кто у нас тут враг, это вот этот тупой червяк. Змей, блин. Так. Враги непонятные тут появлялись. О. А вот это прикол. На самом деле. Что там наверху у нас? Враг. А, вот как. Уху-ху. Столько очков. В общем, этого врага, короче. Что у нас тут? Хрень какая-то. Да и ладно. Вроде только третья, блин, стадия. Такие длинные локации, это жесть, на самом деле. Отличие от Соника. Так. Так, главное, то меня не раздавило. Куда идти? Идите нафиг. Пылесос, блин. Прощай. С жизнью. Робот. Так. Что там внизу у нас? Чё? Я же тебя вроде убил, нет? Получил, тварь. Так. Тут что, не пройти, что ли? Похоже на то. А, вот как. Карусель наша такая. У-ху. Столько всяких элементов, вообще жесть. Окей, другую часть ушли. Что это за хрень такая? А, мы ее убили уже. Ну и отлично.
Так. Иди нафиг. Ау. Понятно, понятно, короче, поднимается по этой штуке вверх. Так. Тварь. Прощайся с жизнью. А это что за хрень? Ну ладно. Ух. О, как высоко улетел. Улетело. Прикольно так вообще сделано, сам. Куча элементов, не заскучаешь. Неизвестности вести. Опять ты пылесос. Не надо пылесосить тут. Шипами, блин, пылесосит вообще обнаглее. Эх, ты такие разнообразные просто. Опять вы. Ау. Да и что за фигня? А, вот как. О-о-о, прям по роботу прямо врыло вообще. Офигенно. Это что такое? Понятно. Так, тут нельзя пройти. Оу. Мини-босс? Что за тварь такая? Робот, блин. Поем. Получил, тварь. Я думал, проход дальше открылся, да? Боем. Не в ту сторону. Вот. Да блин. Чё я туплю? Во. Другое дело. Опять роботы. Зайдите вы нафиг. Жизни. Аниме и так полный. Да, я думаю, сейчас будет босс. Да. Та самая хрень. Еще бежит как... Что, леопард, что ли, робот? Оу. Понятно все. Тварь. Охеревший робот. О, спасибо за помощь, там дают наши еще. Это хорошо. Оу. Сильный монстр, на самом деле, вообще. Жестко. Впервые умер. Ну, хотя бы сейф недалеко. Теперь ясно, что затем столько жизни тут давали. Жизнь пропустил, и все, пошла жесть. Жопник, блин. Ты вообще получишь по полной программе. Херевший робот. И в ту сторону. Ау. Тварь. Просто охреневший робот. Так, это лазер. Я помню. Ау. Ты умрешь. Я тебе это обещаю, тварь. Змеиная морда. Ау. Да что за супер удар у тебя там? Тварь. Это жестко. Да сколько у него жизни этого робота? Бесконечно, что ли? Так, с моими жизнями проблема.
Ау. Хелп. Жизни срочно дайте. Бэм. Пропустил. Тварь. О, другое дело. Получил, гад. Кранты твоему роботу. Мау. Да. Фу, жесть. Вот так-то. Уровень пройден. 1005 кристаллов, жесть. Да, мы побили этого хрена. Хорошая команда типа у нас, да? Ты не сможешь там не остановить типа этого. Эй, что за хрень? Увидимся в следующий раз. Нет, остановись. Он бежал от нас. Даже, типа, понимаешь, что случится, если мы не остановим его, типа этого? Ну, тяни за ним. Что скажет об этом майор Зару или что-то такое? Они украли мой реакшн какой-то. Или что это? You, over there. You. Оно отвечает, типа. Или he's что? Royalty? You have to bow. Oh. Very good. Right. Очень хорошо. Were you the ones who disposed of this wretched mechanical beast? Чего не понял. You bet we are. Glorious! Великолепно. Короче, это про еду, короче, так связано. Подожди, что с этим с камнем, с стоном? Scoundrel Prince took it from me! I won't even be able to chase him until my ships are repaired! Ничего не понял. Well, Mayor Zhao, we would be honored to be your guest this evening. Follow me, then. I shall drown your sorrows in delicious chow mein! Съеду за мной, что-то такое. Don't worry about taking turns. I'm sure you must be hungry. So have it! Я очень голодный, вот вам, типа, еда. За работу! Суши! Да, суши очень. I love sushi. Я люблю суши. Me too. Я тоже. You both like something? Is this the end of the world? Что? So, what's that giant head on the wall over there? That's the pride of my collection. An ancient statue modeled after the dragons of the before time. Короче, много статуй там. Драконов, что-то такое, коллекция его. To, you know, someone like Lilac. What's special? Ha! Did you come from another planet or something? Не совсем понял. Sorry. Извините. Long ago, a magnificent creature soared across Avalis in a ball of fire. When it landed, our ancestors were so captivated by its power and beauty that they built three kingdoms in its honor. Shangmu, Shangtu, and Shuigang? Bingo! And when the cities were built, the dragon transformed into the legendary kingdom stone we know and love today. The same stone that was heartlessly yanked away from me. You took it first. Carol, manners. Ну и манеру тебе говорить сабля, потому что он-то понятно, да? Извини. Где это взять? Почему сейчас что такое? With the stone in our hands, we could have solved it. Что-то камень родители, что-то такое надо вернуть и хз, well, что-то. I don't think this energy crisis of yours is an accident. I think it's deliberate, and I think we know who is responsible. Ничего не понял. Много, блин, по-английски не понимаю слов. Join place. Какая-то атака тут произошла, да? Don't bore me with your lectures.
I've heard them 1,000 times from 1,000 self-righteous warriors. Unless you have something useful to say, the only thing that matters to me is how quickly I can cast you aside. Короче, напал на кого-то, чтобы что-то захватить. Я так понял. You'll fail. Вы провалитесь. Like you always fail. Вы что-то все у вас провалится или не получится. Ну и, конечно, всех убивает. Не надо было мне перечить, типа. Здравствуйте, сэр, у вас что-то там интрудерс, не знаю, что такое. Что это? Ага. Полная, что-то луна нашлась, еще такое. Don't relax just yet. Upload the scans and get back here immediately. Of course, my lord. Contact the crash site and tell them to refit our warp drive. I want the artifact to fit like a glove. Короче, артефактор хоть кого-то добыть. Ты, кстати, не победи бы ЧП этого. Это уже достать этот камень или ЧП этого. An alliance with Shang-Tu. What a lovely idea. Oh, hey, Magister. Sorry about ambushing your soldiers and desecrating your temple. Let's go frolicking in the woods together with our makeup and pretty dresses. Your Excellency, sarcasm. Our neutral party. Send us to speak on your behalf. If he won't listen to the greatest ruler in all of Avalis, why would he listen to a bunch of kids? Can we try? Pretty please? Just imagine how much people are going to love you for reuniting the three kingdoms against a common enemy. You'll be a hero. Me? A war hero? Now that you mention it, I could use a few extra hands. So you'll help us then? Eh, what the heck. It's worth a shot. Yay! To the airship! Короче, как воздушный корабль, короче. Что-то такое. Большой такой корабль. Nice. Вау. We get to ride in that. Это вообще очень круто, but типа это. It's equipped with everything you'll need for your trip, including your luxurious living quarters. Good luck, my friend. Удачи вам, мои друзья. Короче, он помог с кораблем, чтобы они догнали этих врагов или что-то такое. Спасибо. Да, спасибо. Вообще, блин, поворот такие. Большой же корабль. Громаден такой. Just imagine it, Carol. There are other worlds out there, just like ours. We should go on a space adventure someday. Don't you think that'd be so cool? В космосе или, блин, в воздухе, это очень круто. Are you kidding? It'd be the coolest thing ever. I remember saying almost exactly the same thing. Did you have a change of heart? Not really, no. I guess I just wasn't prepared for the sacrifices I had to make. Just gotta keep moving forward with the mission, I guess. No point in thinking about a past that can't be changed. You're right. How's the other girl doing? Mila? I'm not sure. Can you go check on her, Carol? Короче, где Мила, проверь, где она находится, типа, это тут. Оки-доки. I'm gonna get some sleep. Я пойду спать. I'm fine. You go хорошо. Ahead. Приятно снова идти по этого. How's it going? Что тут делаешь? I'm making a wish. Ничего не понял. Oh, what kind of wish? Well, I really want to see my mommy and daddy again. Она хочет увидеть, короче, свою маму и папу снова и что-то такое. Извините. Sounds like a good thing to wish for. We're gonna be going inside soon. You wanna come?
Окей. Хорошо. Спать, по идее, пошли все или что-то такое. Я, наверное, тут остался Лайлок. Что случилось? Короче, атака. Все плохо. А вот четвертая часть, короче, на корабле. Ладно. В следующий раз, я думаю, эту четвертую часть, точнее, стадию. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, простите, что плохо все перевожу, но я плохо английский знаю, но что могу, что есть. Так что с вами была Влад Торшедь. 13. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписываемся на мой канал. И ставьте лайки. И, конечно же, пока. Ей.